Здравствуйте, я Елена, и о прогнозе погоды на 14 апреля вы узнаете от меня. В Барнауле ночью минус 3, днем плюс 8. В Белокурихе ночью плюс 1, днем плюс 6. В Горно-Алтайске ночная температура около 0 градусов, дневная плюс 7. Посмотрим, как обстоят дела с погодой в нашем городе. В Бийске пасмурно, ночью минус 1, плюс 1. Днем плюс 6, плюс 8. Передаю привет Насте Кайгородовой, Денису Бачурину, Вике Масловой. Желаю всем удачного начать рабочую неделю.